как называли тех мальчишек, которые воевали в частях советской армии. Герои. Ребята, таких мальчиков, их было более 3000. Их называли «сын полка». Ответить на все вопросы об истории Великой Отечественной войны, отгадать название песен военных лет и собрать части карты, на которой отмечены города-герои. На проспекте Юных пионеров прошел детский квест «Правнуки Победы». Квест проходит в рамках акции «Лучи Победы». Проверить свои знания и найти заветный приз собрались отдыхающие детских лагерей дневного пребывания. Наша задача – познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, чтобы они знали, какие были полководцы, какие у нас города-герои. Вообще у нас сегодня пройдет подряд 4 квест-игры, порядка 300 детей сегодня будет занято в этом мероприятии. Ну, отгадывали всякие вопросы. Ну, в каком году, например, Великая Отечественная война началась? В первом не отвечал, а во втором на 2 вопроса ответил. В 1941 году закончилось 1945 года. У меня первые были танцы только. Победителями стали команды, преодолевшие все этапы с лучшим результатом выполнения заданий. В награду их ждали дипломы и памятные призы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События.